Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и мы продолжаем играть в Майнкрафт и проходить карту Мертвая тюрьма. В принципе, сейчас я, ну просто действительно, ну у меня нету ничего, как бы, ни малейшей догадки, куда мы можем пойти, где мы можем что-то включить. В принципе, в предыдущей серии мы уже включили все 4 генератора, и как бы перед тем генератором была табличка, перед последним генератором была табличка, что эвакуация. То есть возле 4-го генератора стоял там, короче, вертолет. Ух ты. Нам можно отсюда выбраться. Но я не хочу отсюда выбираться. Потому что я не знаю, куда дальше идти. Я, в принципе, сейчас не знаю, куда нам идти, но... Но в данный момент у меня желание просто-напросто пойти... Вот тут мы еще даже не были. Пойти и включить вот то радио. Я не знаю, что там может быть, но, в принципе, когда мы... пытались включить вот то радио, тогда мы и узнали, что нам нужно включить 4 генератора. Я не знаю, что там может быть, но нам нужно найти чертовое радио. Вот оно. Hello, my God, it's some still alive in there. Are you infected? Нет, я не инфицирован, дружок. Кто там вообще говорит? You know what? Never mind. We got your position. Отлично. Вы знаете, где я. А! Куда мне бежать? Куда мне бежать? Твою мать, за ногу, куда мне бежать? Ла-ла-ла-ла, just head for the brilliant transfer, loving the barricades. Я понял, но я просто не знаю, где у вас тут выход, ребята. Они написали, что нужно бежать к входу в тюрьме, мы там раздвигаем баррикады, и может тут, может сюда? Нет, тут все закрыто, куда мне бежать? Куда мне бежать? Хрен его знает. Давайте сюда. О, еще пригодится. А вот тут я, ну, не знаю, куда мне бежать, ребята. Не представляю, куда мне бежать. А хотя... Хотя... есть малейшие представления. Малейшие. Но я... Нет. Нет, нет, тупики. Твою мать. Бежать. Да я понял, что мне нужно бежать. Но я не знаю, куда мне нужно бежать. Там, где у нас был выход, помните, где у нас автомобиль там стоял на входе? Я говорил, что вот туда можно выбежать, как бы, с тюрьмы. Но я туда не выбежал. Вот он. Вот он. Вот он. Ну сейчас куда? Внутрь. О, лут, пауэр, отлично, отлично. Что мы можем выкинуть? Мы можем выкинуть вот это, взять вот это и вот это. Это взять, это выкинуть, это взять, это выкинуть. Так, выбрались мы из тюрьмы, но я сейчас тоже не знаю, куда нам нужно бежать. Хрен пойми. Что-то ни хрена нету.
Я сюда пробирался, хрен его знает как, сколько, но... По сути дела, мы выбрались. Так как тут у нас выход с тюрьмы. Но перед этим давайте вот тут обутаем еще. По сути дела, все. Да. Ребята, мы выбрались из тюрьмы. Это конец, но я не думаю, что это... Хотя хрен его знает. Карта реально долгая. Три счастья, мы только из тюрьмы выбирались. Если тут еще есть какой-то лут, значит это не конец. Хотя... Давайте прочитаем, что там написано. Ну это хрень какая-то. Это как бы для тюрьмы, что там нужно выбираться с охраной. О! Они реально вот тут содвинули. Наверное, я так думаю. Значит, все, мы отсюда выбрались. О, дружок. Да, мы отсюда выбрались, мы выбрались из тюрьмы. Так как я по радио передал сигнал, и вот тут реально какой-то живой чудик стоит. Live specimen. Spaceman. Spaceman. Хрен его знает, иди в жопу. Так, куда нам сейчас? Куда нам сейчас можно побежать? Нам сюда, да, тут финиш. Так, тут финиш, да? Плита. You have been rescued for now. Ребята. Ребята. Мне что, нужно вот так выбираться? Это не читерство? Не представляю, что нам нужно дальше. Это читерство получается. Или хотя какое читерство, если нас толком никуда не тпхнуло. Блоки, конечно же, ломать нельзя, но вы видите сами, что это какая-то хрень. Хорошо, меня сюда тпхнуло. Дальше, что мне делать? Тут может еще какая-то плита должна быть. Так как вы видите, да, что тут за хрень? Может... Или... Хрен просыш. Ребят, я понимаю, что тут нужно куда-то идти, но... Ну что мне делать? Я так все рычаги сейчас просто-напросто просру. Походу карта баганула или что-то такое. Ну, 100%, что сюда нужно входить, так как тут нажимная плита. Ты сюда входишь, и дальше... И дальше просто ни хрена. Так, ребята, наверное, все-таки я нажму на паузу, или, может, на этом, наверное, закончу видео, так как я, в принципе, ну, у меня нету вообще понятия, что мы сейчас можем делать. А ну... Геймод 1, да? Просто чтобы тут сломать и сюда упасть. Ну, карта, да? А вот тут что? Понятно, что тут... Нет, тут начало у нас. А-а-а! Так это что, финиш карты уже? А вот меня плющит, а я думаю, что за хрень?
Так это уже все, мы типа выбрались из тюрьмы, да, и больше нам ни хрена делать не надо. А, так все, чё я тогда туплю, ребята? А я что-то парюсь, что нам делать дальше? Ну, в принципе, наверное, давайте все-таки на этом закончим. Если что-то прояснится, что это не конец или что-то такое, мы продолжим. Ну, в принципе, все, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Еще раз ставьте лайк, если вам понравилось прохождение данной карты. Ну вот, конец немножко непонятный, но как бы все, наверное, да, мы типа спаслись, вы убегли из тюрьмы. Убежали, точнее. И вот, как бы, зашли в КамАЗ, да, с людьми, там как бы вот человек стоит, и как бы все, да, мы можем быть свободными, точнее. Мы выбрались. Все, ребята, давайте на этом заканчиваем. Всем удачи, всем спасибо, всем пока.